раз. И третий правильный ответ. Я вас поздравляю. Итак, продолжаем тему фильма «Искусство любить». Вопрос звучит следующим образом. Где был самый первый показ этого фильма? Две страны. Швейцария или США? Мне нравится Швейцария, поэтому я выбираю Швейцарию. Хотя, возможно, это было и в США. Да, возможно, это было и в США. Но на самом деле это была Швейцария. Не просто так она вам нравится. Четыре вопроса и четыре правильных ответа. Я вас поздравляю. Хорошо справились. Действительно, замечательное начало трудового дня. Я вас поздравляю. Желаю вам в течение всего дня такого же везения. Ну и такой интуиции, естественно. Реклама. А если вы, спеша куда-то, вдруг себе сорвали спину, локтем стукнулись об двери и ударились ногой, все понятно. Нужен Фастум. Гель, который есть в аптеке. От ушибов и от боли. Пусть он будет под рукой. Фастум Гель. Жизнь без боли – наша цель. Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом. Готовитесь к лету? Свежее предложение от Рено. Новая ограниченная серия Рено Логан Арктик. Легендарная надежность Рено Логан плюс выгодная комплектация с кондиционером по специальной цене. Рено Логан Арктик. Свежесть на все лето. Подробности в официальных дилерах Рено и на сайте Рено.ру. Выбирайте качество Рено. В России 42 тысячи почтовых индексов, но только один из них ваш. Каждый грамотный человек знает, как писать почтовый индекс. Узнайте свой индекс и получайте почту вовремя. Подробности на сайте Почты России. Селянка, вот сюда. Хочешь большой, но быстрый кредит? А кто же его не хочет? Приходи сегодня. Ночью на сеновал. Днем в банк Home Credit. Придешь? Приду. Так она не одна, она с поручителем придет. А зачем нам поручитель? Поручитель нам не нужен. Получить большой кредит. Для этого вам нужно всего полчаса. Всего полчаса в банке Home Credit. Просто, быстро, легко. ООО Home Credit от Финансбанк. Генеральная лицензия номер 316. Телефон 8 800 700 806. Сайт homecredit.ru. Погоду не поймешь. То солнце, то ветер. И у мужа опять с кожей обострение. Воспалилась, чешется. Бедняжка. 3DERM с противовоспалительным, антибактериальным и противогрибковым действием поможет снять острое воспаление, зуд и высыпание на коже. Отпускается без рецепта. 3DERM крем – домашний помощник для вашей кожи. Имеются противопоказания. Необходимо ознакомиться с инструкцией по применению. Какая бывает логика? Железная, математическая, а еще она бывает выгодная. Выгодная логика кредита на автомобиле Nissan. Приходите в салоны дилеров Nissan и узнайте больше. Кредитование осуществляется за Unicredit. Предложение ограничено. Подробности у официальных дилеров Nissan. В конце каждого часа на Эльдорадио. Саундтрек. Автор этой знаменитой вампирской саги нарекла своего главного героя. Трындец! Энн Райс не только придумала, но и влюбилась в этого персонажа, который рассказывал жутковатые истории от первого лица. Литературная слава к Энн и ее герою Листату пришла еще в 80-х. Однако писательница долго не разрешала осуществить экранизацию, так как не верила в способность Голливуда рассказать с экрана сугубо европейскую историю. Тогда американские продюсеры пошли на хитрость. Райс была обещана, что режиссером фильма станет ирландец, оператором француз, художником итальянец и так далее. Вплоть до приглашения испанской звезды Антонио Бандераса и итальянки Домицианы Джордано. Райс устроила все, кроме главных героев. Роли достались Тому Крузу и Брэду Питту, но что-либо изменить уже было нельзя. И несмотря на огромный успех фильма, к другим вампирским хроникам.